Итак, дорогие друзья, начинаем писать социальную сеть на Django. Конкретно мы с вами напишем один модуль социальной сети. Понятно, или если непонятно, то для новичков поясняю. Когда вы понимаете, как написать один модуль, вы можете писать второй, третий, десятый, и вот у вас полноценная многофункциональная сеть. Мы напишем такие вещи, как участников, напишем слежение за участниками, то есть можно будет фоловить, напишем ленту, то есть что делает человек, чтобы можно было смотреть. В данном случае, как я говорил, контент – это записи. Этот контент можно потом менять на картинки, на видео, там, ну, на что будет цель. Напишем панель управления. В общем, сделаем такую маленькую социальную сеть, а вы уже будете, понимая принцип, вы будете расширять. Поэтому я начал с самого начала. В первом курсе мы с вами добавили все необходимые настройки, установили все необходимые библиотеки для начала работы, создали виртуальное окружение. Настроили базу MySQL здесь создали, все у нас таблицы создаются в PHP MyAdmin, то есть на все случаи жизни прописали все настройки, и в итоге наш проект заработал. Создали базы, создали суперпользователя. То есть все создали и запустили проект для начала работы. 10 уроков получилось. В принципе, все это вы должны знать, кто в школе. Но тем не менее, я не поленился, пошел опять же с самого нуля, чтобы это было понятнее. Ну что ж, все получится, не волнуйтесь. Для тех, кто только начал, ссылки на сайты под видео. Курсы будут на python-tut.ru. Начинать с курса по написанию социальных сетей – это безответственно. Поэтому сначала, кто совсем новичок, заходите на spb-tut.ru, покупаете пожизненный доступ, занимаетесь и придете к написанию социальных сетей. Спасибо.